Всем привет, с вами Террасер и Демастер. Да, и сегодня я позвал Демастера поиграть в полюбившийся вам мини-гейм на GOM HD, в котором нам необходимо под землей PvP-шиться. Да, это какой-то, не знаю, муравьи... Я не знаю, это симулятор муравьев. Это не я тебя бью? Не, не меня бьешь, Миша, не меня. Отлично, убил, минус один. Симулятор муравья какой-то, ребят, честно, я вообще не ожидал такого увидеть здесь, если честно. Да, ну выглядит это достаточно так интересно. Такого я еще до этого не видел, поэтому когда увидел первый раз этот мини-гейм, очень даже как бы это офигенно, вау, мне реально нравится эта тема. Ты сказал, здесь должны быть какие-то сундуки, я пока ни одного не вижу. Они под землей, ты копаешься и вдруг бамс. Нужно вниз копаться. Не обязательно, в любую сторону. У меня половину хп отняло. Да, здесь иногда всякие такие фиговины бывают. Может вообще оставить тебе полсердечка. Может там тебе в паутину закинуть. Может даже инвентарь у тебя сбросить, прикинь. О, Enchantment Table нашел. Так. Зачарование, короче. Да. Такое же здесь тоже появляется, да? Да, а то, что темно, как у негра в этой самой, это нормально, да? У тебя факела есть. А ты ставишь вообще? Да. Еще один Enchantment Table. Зачем мне столько зачарований? Я хочу сундук. О, я еще одного слил. О, сундук нашел, офигеть. Ты сундуки вообще находил уже? Да, один сундук я нашел уже. Так, я тоже сундук нашел, взял себе каменный меч, так круто. А у меня железный уже. Железный? Нифига тебе повезло. Да, а где ты вообще на игроков находишь? Просто копаюсь и иногда нахожу. Честный слышу файн. Кого-нибудь. Я там иногда можно просто послушать, вот на секунду замолчать просто, и иногда слышно, как кто-нибудь где-то копается рядышком. Так, также можно... Мне кажется, Миша, я пошел в такое место, где просто никого нет. Ой, Эвент нашел. О, мне дали ачивку какую-то. Я, короче, не знаю, я копаюсь и просто никого не слышу вообще. Так, ну, может быть... Кого-то слышу, кажется, Миша. QQDM, мне написали QQDM. Я не слышу, все, Миша, да, поехали дальше. Скажи, если услышишь. Может быть, это я где-нибудь там. Может быть, кстати. У нас осталось сейчас 6 человек. А, дезматч к вам здесь есть? Нет. Здесь есть компасы, но компасы здесь работают немножечко не как в голодных играх. Немного. Ой, я нашел, кстати, ночное зрение. О, смотри, нас опускают. Всех? Да. Так, опустила. Посмотрим, что в сундуках. Какие-то блоки падают вниз. Разные такие штуки бывают. Самое печальное бывает, когда PvP-шишься, и вдруг инвентарь берет и сбрасывается. А это такое есть? Да. То есть все, что у тебя в ближнем, ну вот в этом панели быстрого доступа, все исчезнет. Давай. Также, чтобы убрать всю землю, надо прописать дирт. О, убегай, динамит. Бегу. А куда бежать-то? Куда хочешь, главное не взорвись. О, нифига взорвалось все жестко, офигеть, взрыв был. Взрыв просто адовый был, Миша. Да. Зато я нашел сейчас сундук. Если бы он тебя убил, было бы печально, конечно. Да, землю можно в сундук, да, скинуть, если не нужно. Нет, землю можешь прописать просто dirt, ну, по-английски я дословно, до буквы на тебе говорю. И тогда она исчезнет у тебя вся. Понятно, но я пока не нашел железный меч до сих пор, хотя уже столько сундуков перерыл. Не знаю, для меня камень режим кажется прикольным, но я никого не нахожу, Миша, я никого не нахожу. Ну, иногда сложно бывает кого-то найти. А какая комната здесь вообще? Я, видимо, знаю почему, потому что у нас изначально начало не 16 человек, а меньше. 13 было. Но на самом деле здесь есть карты и на 8 человек, и на 12 человек. Какой-то ивент? Так, это... Lightness. Да, я понял. Ослепление. Ослепление нас ослепило. О, я, кажется, ник что-то видел. Все, я нашел чей-то ник снизу. Так, снизу? Насколько, интересно? Не знаю, глубоко достаточно. Зелень ночного видения вообще крутая тема. Да, я одну такое съел. Да, я тоже выпил. Есть его не обязательно было, конечно. А это так, чтобы под невидимостью это рассказывает? Я сейчас под невидимостью. А знаешь, Костя, сделай. Прокопайся на самый-самый верх, вообще самый верх. Почему? Мы с тобой сейчас вместе объединимся. Я в самый низ копаюсь, пацану, который здесь был. То есть ты копаешься вообще в самый низ, да? Я пытаюсь найти место, где пацан здесь был, я не могу его найти. Ну, сейчас это... будет. О, фриз. Фриз? Да, это... Можно просто копать под круг. Можно под себе копать сейчас. Так ты будешь опускаться и... Я в самом низу, кстати, уже. О, здесь кто-то что-то делал. Офигеть, здесь в самом низу сундуков. О, тут дерутся пацаны. Ай-яй. Тяжело, очень тяжело. Ах, меня убили, у него осталось два... Полтора сердечка осталось у него. В самом низу заметьте. Вообще, Миша. В самом низу? Самый низ, там уже столько прокопали. Ну-ка, дай я тебя найду. Миша, Террасер Гейминг. Копаешься, ты в самом низу, да? Да.
Так, он где-то рядом там был, Миша. Так, у меня здесь какой-то невидимый блок был или что-то в этом роде. И, ну, я сейчас чисто в самом низу. Да, ну ты что-то не там, не в самом низу. Один, короче, парень не в самом низу. Один не в самом низу. Он, я тебе даже скажу, где он... Да, о, вижу одного, вижу одного. Да, вот видишь, что он... у него мало хп должно быть, Миша, у него очень мало хп должно быть. Так, у меня одна стрела всего лишь была. Да, это он, да он меня убил, у него очень... Он тригенился уже, что ли? Возможно. Добей его уже, Миш. Все, блин, красавчик, убил его. А это он тебя убил? Да. Красавчик. Я думал, это ты его убил. А это он тебя убил. Не фартануло. Малость. Не, смешно, мне нравится. Мне нравится, ты видели жим, блин, какие-то муравьи-убийцы копают друг друга, там убивают. Это вообще жестяк, если честно. Я думал, ты его убил. Я не знал, что это ты. Я думал, это ты его убиваешь. Я такой, Миша, давай, давай, бей его уже. Ты что, не веришь ты его? Да у него стрел, оказывается, много было. Не знаю, нет, там одна стрела всего лишь была. Надо было бежать тогда. Да я пытался подбежать к нему, он обстреливал. Я потом хотел стену поставить, чтобы как бы выжить, но не успел уже. О, мне дали ачивку за то, что я сломал 1000 блоков. Сейчас угол еще раз? Давай. Хабаемся. А ты, кстати, лидер пати, поэтому ты можешь просто завести меня. Заведи меня, Миша, так, по имени. Так, хабнулся. Давай. Ну что ж, ребята, мы продолжаем во втором раунде уже. В этот раз, надеюсь, пожалуйста, хоть кого-нибудь убить хочу. Это опять 13 человек, смотри, это несчастливая цифра. Ну, надеюсь, что для нас она будет счастливой. Тут копаются со всех сторон, Миша. О, это не я тебя бью? Не-не-не. Нашел пацана, сейчас я убью его, пацана. Давай. Я убил одного. Офигеть, он читер какой-то. А, я его с трудом убил, у меня осталось пол хп, хотя я по нему... А, так это был вот этот хайлайтер HD, который этот премиум. Так, ясно. А, я понял, здесь надо выиграть. Просто копаешь в бок, находишь других пацанов, убиваешь в самом начале. Может быть. О, я еще одного слил. Красава, Миша, красава. Я там спрятался в одном месте, он побежал после этого и не заметил меня. Блин, только я слышу какие-то звуки. А, Миша, это ты копаешь? Да. Я, кажется, зайду за тобой прямо по пятам. Да? Сундук находил внизу, который под ногами был? По-моему, сейчас, подожди, я хочу... Ты слышишь, сейчас кто-то копается? Half-head! Вижу, half-head. Так, где там я? Что-то я потерялся. Какую сторону? Слышишь, копается кто-то? Только что я копал. Это я... А ты сундук открыл, да? Нет. Значит, это не ты. Значит, я сейчас кого-то буду убивать. Осторожно, здоровье-то мало там. А, я убил, 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 убил! Да, минус 2, Миша, минус 2 дал. Ты все, главное, сейчас хп свой восстанови. Да, я стараюсь. У меня здесь динтишки. Если динтишки так же взрывают жестко, как это было, да? По-моему, нет. Так, что-то здесь пока никого не вижу, но у меня есть лук и 3 стрелы. А в луке можно ставить земли? Да, можешь. Ты можешь так себе защиту какую-нибудь сделать, на самом деле. О, о, видишь, на инвентарь сбросился. А, или он сбрасывается, он просто берет. Это чаусинг. А иногда здесь он именно сбрасывается полностью. Блин, жопа. Ух, это было жестко, Миша. Да. Здесь на самом деле PvP еще какое-то немножечко странноватое. На таком HD здесь очень часто удары не проходят. Даже заметил, да, эту фигню? На ГОМ HD такая фигня очень часто бывает, ребята, но это ничего страшного. Это не вы виноваты, это все из-за пинга. Ну, в Бэдварсе так иногда это как бы незаметно. Ну, а Бэдварсе, вот в Бэдварсе, потому что ты покупаешь лук и все, и пошло-поехало. Ну да, тоже верно. Так. О, я, кажется, пришел в то место. Да, я пришел в то место, кажется, где я недавно был. Нормальная вещь информация. Да, но дело в том, что, скорее всего, ты здесь... Ой-ой-ой, падаю, падаю, падаю. Кстати, вариант, можно на сундук просто прыгнуть, и тебя не будет опускать, по идее. Кто рядом был? Копал. Не слышишь? Да, я слышу. Это, может, я? Не знаю, может быть, ты, а может, нет. Я вижу кого-то, пацана, погоди. Мне бы оружие какое-нибудь. О, было. Отлично, еще одного замочил, Миша. Уже минус 3 дал, офигенный миниги. Молодец, молодец, прикольно. О, ночное зрение, невидимость, скорость. О, вот сейчас инвентарь дропинг. Так. Инвентарь дропнулся. Кстати, ребят, не забудьте поставить лайк за совместную серию все-таки по этому мини-гейму. Первый раз да, вообще да, снимаем. Да. И первый раз вообще снимаем. У меня компас есть, Миша. Компас показывает, где игрок, да? Он показывает, на какой отметке от тебя он. Если минус показано, то значит ниже тебя. Если, ну, как бы просто... High, high is different один блок.
Один блок, значит, он рядом с тобой где-то. Очень близко, по идее. Минус 47, значит, что значит? А, минус 47, это значит под тобой глубоко. Минус 48 подо мной, да, значит? Угу. А, типа 48, значит, 48 блоков вниз. 36. Да-да-да. Я копаюсь просто сейчас в самый низ. Супер спейд, о, супер копание. А, это теперь копается все сразу по несколько, по 9 блоков. Все, сейчас закончится эффект. Я иногда здесь такой эффект бывает, что при копании... Я нашел кого-то, еще минус один дал, Миша, еще минус одного убил. Нифига себе, как ты там так всех находишь? Я просто раскидываю, Миша, просто компас, нашел компас МБА. 51 блок, значит, на 51 блок выше меня, да? Угу. Я, короче, сегодня... сначала Миша в первой серии убивал, теперь я начал убивать. Демастер вышел на охоту. Демастер прочувствовал этот мини-гейм, прочувствовал его запах. Ой, венчес будет. О, честный файн. Сундуки резнулись. О, офигенно, стрелы. Я как раз здесь неподалеку от сундуков. Надо прописать дирт. Ой, чуть хап не написал. Не надо хап писать, Миш, не надо. Да, это было бы обидно немножко. Это был бы фейл просто, эпик фейл от Террасера. Да. Че там компас показывает? Компас показывает, что... 0 блоков, 0 блоков, значит, на моем уровне. Кто-то на нижнем уровне тоже есть еще один. Возможно, это я. Ты на самом низу? Нет, я не на самом низу. Half-Life. А тот чувак в самом низу вообще? Ну, нет, сам внизу, да, тот чувак, кто на самом последнем уровне. Значит, у нас последний чувак на самом последнем уровне, Миша. Так, я... Я его вижу! У него железный меч, я проиграю, Миша. Надо было стоять из лука. Да, у него полсердечка, осталось полсердечка, Миша, в самом низу. Все, в самый низ копаюсь. Давай, добиваю. Надеюсь, в этот раз я его добью. У него просто полсердца, я смотрю, что он там делает. Он ничего не делает. Я золотое яблоко успел съесть, поэтому он пока лутает шмотом, по центру прям находится. Миша, быстрее. А, быстрее. По центру? По центру низа, в самом низу в центре. Вот давай, прям, давай, добивай. Пол хп у него было. Он что-то там заюзал. Да у него мало жизни, добей его, иди просто добей его, давай, ты справишься. У него очень много стрел, он за собой закапывается за собой, прямо. Налево. Чуть-чуть левее. У него стрелы есть, очень и много где стрел. Он, где он? А не знаю, куда он закопался. Он спрятался где-то. Слышишь, он просто закопался в дыру какую-то. Он говорит, он сам себя поджег. Ну, молодец! Ну ты, конечно, добил моего пацана, это было круто, Миша, это было просто офигенно. Как он загорелся? Он просто сам себя огненный шар кинул. Случайно, видимо. Может, он хотел его швырнуть, а в итоге сам себя из-за этого испалил. Да, ну, в принципе, это было весело, Миша. Блин, жаль, конечно, его не добил, так бы у нас был с тобой дедзматч. Пол сердечка у него осталось, представляешь? Он чисто потому, что у меня был деревянный меч, у него железный. Но то, что понимаешь, у нас было одинаковое количество хп, и я ему снес почти все то же самое с деревянного меча, что он мне железный. Но тут знаешь, в чем была проблема? У меня были паутинки, 3 штуки. Если бы я их поставил подряд из лука, бы его расстрелял бы просто, я бы, мне кажется, выиграл. Да, я так часто пользуюсь вот этой, как бы, темой на этом мини-гейме. Паутину ставлю, когда отбегаю, и он сразу же там застревает, после этого можно его из лука там расстреливать. Я просто растерялся, Миша, просто растерялся. Ну, бывает. Ну, ничего страшного, зато мини-режим просто красный. Классный, ребята. Называется он Молкрафт. Вот видите, такая лопата на GOMHD, думаю, сервер-то все знают, как бы Бедвар, все дела. Вот, режим реально классный, думаю, если вам нравится, поставьте лайк, это реально очень круто. Ну, а это мы с вами прощаемся, с вами были Демастер и ТРСР, спасибо за просмотр, подписывайтесь на наши каналы, ссылочки будут в описании. Также не забывайте поставить лось, поставить комментарий, написать, как, что вы думаете по поводу этой карты. Ну, еще не карты, мини-гейма этого. Мини-гейма, да, я уже привык, я в мини-игры мало играю, уже привык говорить карты. Вот, на этом все, всем удачи и всем пока-пока, ребятки. Да, ребят, всем пока.